Всем привет, мои дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Простите за столь долгое отсутствие, впредь обещаю исправляться, выкладывать видео намного чаще. А сегодня я к вам с одним очень вкусным рецептом яблочного рулета. А как обычно, рецепт готовится очень быстро, просто, из самых доступных ингредиентов. И спешите приготовить этот восхитительный рулет, в который вы обязательно влюбитесь и будете готовить очень-очень часто, пока сезон яблок в самом разгаре. Рулет получается восхитительный, очень много яблочной начинки, тонкое, нежное тесто. Одним словом, вам обязательно понравится. Итак, первым делом необходимо очистить от кожуры и натереть на крупной терке яблоки. Берите любые яблоки, которые у вас найдутся в доме, любые подойдут. У меня 3 крупных яблока весом примерно 700 граммов. Откладываем пока что в сторону натертые яблоки и займемся приготовлением теста. У 5 яиц очень аккуратно отделяем белки от желтков. Переливаем белки в большое замесочное блюдо, добавляем щепотку ванили и взбиваем миксером на высоких оборотах. Как только белки хорошенько вспенятся, не переставая взбивать, 2-3 приема добавляем 60 граммов сахарного песка. Продолжаем взбивать белки до тугой гладкой массы. В отдельной посуде взбиваем желтки с добавлением 60 граммов сахарного песка до белой пушистой светлой массы. Вливаем взбитые желтки к белкам и очень аккуратно, деликатными движениями перемешиваем, чтобы не осадить белки. Нам потребуется 90 граммов муки. К муке добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, хорошенько перемешиваем и, просеивая, в 2-3 приема добавляем к тесту. Перемешиваем между собой 50 мл молока и 50 мл растительного масла. В 2-3 приема добавляем к тесту и аккуратно перемешиваем лопаткой. Тесто наше готово, теперь вернемся к начинке. К натертым яблокам добавляем 2-3 столовые ложки сахарного песка и 1 чайную ложку корицы. Корицу добавляйте по желанию. Хорошенечко перемешиваем, и наша начинка готова.
Так, дорогие друзья, застилаем противень бумагой для выпечки. У меня противень размерами 34 на 37 сантиметров. Смазываем бумагу для выпечки растительным маслом и выкладываем яблоки. Равномерно распределяем по всему противню. Сверху аккуратно выкладываем тесто, распределяем, разравниваем и отправляем заранее разогретую до 180 градусов духовку выпекаться примерно на 15-20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Наш будущий рулет испекся, необходимо извлечь его из формы. Аккуратно переворачиваем рулет на полотенце и с помощью полотенца, пока он горячий, быстренько сворачиваем в рулет. Накрываем рулет полотенцем и в таком положении оставляем до полного остывания. Ну все, дорогие мои, поделилась рецептом, готовьте и кушайте на здоровье. Как видите, на моем рулете не оказалось ни одной трещинки, очень удачный рецепт, поэтому обязательно воспользуйтесь. Подробный рецепт будет, как всегда, под видео. Пока-пока!